Для профилактики противоправных действий, а также увеличения их раскрываемости в общественных местах столицы работают 52 камеры видеонаблюдения. В этом году администрация планирует установить еще 57 стационарных видеокамер и 25 купольных в рамках программы «Безопасный город». Но сейчас перед правоохранителями и чиновниками стоит еще одна очень важная задача – заинтересовать предпринимателей города, чтобы они установили видеонаблюдение на крупных торговых предприятиях и подключили его к сети системы видеонаблюдения полиции «Безопасный город». В местах, где установлены видеокамеры, настолько низкий процент совершения преступлений. На эти экраны в полиции поступают изображения со всего города. Под наблюдением новый автовокзал, Красная площадь, Речной порт, Площадь Победы, Торговый дом Москва, Шупашкар и многие другие многолюдные места Чебоксар. Администрация города и правоохранители сейчас активно проводят разъяснительную работу с представителями бизнеса. Если торговые предприятия подключат свои камеры к видеонаблюдению, это может повысить раскрываемость преступлений, а также время реагирования оперативников. В идеале, конечно, мы стремимся к тому, чтобы их собственная система видеонаблюдения могла быть интегрирована вот на этот пульт. И, то есть не только городские камеры наша полиция могла видеть, но и камеры торговых предприятий. Таким образом, охват уже этой системы будет больше. Сегодня мы говорим о том, что нужно покупать камеры, которые, возможно, будет подключить к этому пульту. И уже не надо будет МВД, например, делать запросы, выходить на предприятие, а более оперативно они могут реагировать, если они здесь, на месте, смогут посмотреть видеозапись. В городе у нас 94 предприятия торговли площадью свыше 500 квадратных метров. 56 из них установили собственное видеонаблюдение, но ни одно из них к системе безопасного города пока не подключено. Подключение для предпринимателей бесплатное, но на установку подходящих видеокамер придется раскошелиться. Такие затраты – дополнительная возможность обеспечить свою безопасность и спокойствие горожан. Только из собравшихся представителей бизнеса пока никто не смог ответить – будет сделано. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.